Если честно, я искусство очень люблю. Мне нравится ходить на выставки, театры, на постановки, там режиссерские всякие приемы. Но когда такое? Когда вместо картин карпиков повесили, это что? Ну, это такая задумка. И чего в этой задумке задумчивого? Выбил выходной на производстве. Сказал, пойду развею свою судьбу, тоску, печаль. Ну, объясните мне значение, смысл происходящего. Мне сказали, нарисовал ее Гвидон. Вы знаете, мне что Гвидон, что царь Салтан, мне все равно. Ну, если вы не понимаете, это же не означает, что Гвидон. Это... Никто не понимает. Женщина подошла и упала в какую-то встряску упала. Что за позиция? Царь Салтан, девица чуду, коль я буду. Вот это я понимаю, мне это нравится. А зачем вы руками трогаете? Это же экспонат. Ну и что? Я тоже экспонат, меня все трогают.